МВФ напомнил Киеву о важности антикорсуда. Фонд продолжает переговоры с властями Украины, но дата прибытия миссии МВФ в Киев в рамках очередного пересмотра программы МВФ пока не определена. Международный валютный фонд, МВФ, продолжает настаивать на принятии властями Украины законодательства об антикоррупционном суде в соответствии с обязательствами страны в рамках программы сотрудничества МВФ. Об этом сказал официальный представитель фонда Джерри Райс, сообщает Интерфакс Украина в четверг, 8 марта. По просьбе властей Украины группа экспертов МВФ посещала Киев для обсуждения технических вопросов реформ, предусмотренных программой МВФ, включая проект закона об антикоррупционном суде. По итогам визита группа экспертов сделала заявление, согласно которому необходимы дальнейшие усилия в реализации отложенных мер, необходимых для достижения целей программы, в том числе в энергетическом и фискальном секторах, а также в принятии антикоррупционного законодательства, заявил Райс во время брифинга в Вашингтоне. По его словам, переговоры с властями Украины продолжаются, но при этом дата прибытия миссии МВФ в Киев в рамках очередного пересмотра программы МВФ пока не определена. Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что во время визита в Киев группы экспертов МВФ удалось достичь прогресса по всем направлениям. Напомним, в Кабмине ожидают, что размер четвертого транша МВФ составит 1 миллиард долларов. Деньги планируют направить в резервы Нацбанка. Новости от корреспондент.нет в Телеграме. Подписывайтесь на наш канал https://tmicrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.